никого не трогал. Разыскиваемый в 14 округах штата, обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве, вооруженном ограблении граждан, банков и почтовых отделений, в краже церковной утвари, в поджоге тюрьмы, в лжесвидетельстве, скупке и перепродаже краденого, в распространении фальшивых денег, а также, вопреки законам штата, в игре крапленными картами. Властью, данной нам законом страны, мы приговариваем обвиняемого Рию Рамиреса к смертной казни через повешение. Да смилуется Господь над его душой. Приступайте.